Сергей Миронович, скажите, пожалуйста, как по-вашему, какие уроки должна извлечь Абхазия из недавних событий в Нагорном Карабахе? Конфликт в Нагорном Карабахе в течение долгого времени во всем регионе Южного Кавказа создавал напряженность. Я думаю, что главная ошибка заключалась в том, что было мало дипломатии в вопросе урегулирования существующих проблем между Карабахом, Арменией, Азербайджаном, Турцией. Надо было разговаривать. Это то, о чем я всегда говорю. Любая страна не должна игнорировать дипломатию. Тем более тогда, когда есть угрозы, когда есть конфликты. У нас аналогичная проблема есть в Грузии. Неурегулированный конфликт между нами, он тоже потенциально дестабилизирует ситуацию во всем регионе. Любому здравомыслящему человеку ясно, что когда есть конфликт, надо разговаривать. Последний аргумент – это война. У нас с Грузией общие границы, у нас многовековая история взаимоотношений. Были разные периоды войны и дружбы между нашими странами. Последняя война, которая была уже почти 30 лет назад, она оставила глубокие шрамы, конечно, оставила много проблем, о которых нужно говорить. Прошло достаточно много времени для того, чтобы начать разговор на эту тему. Для нас то, что произошло между Азербайджаном, Карабахом, Арменией и Турцией, это наглядный пример того, чего нужно избегать. Я не из тех, которые говорят о том, что Грузия может тоже совершить интервенцию, и результат будет у нас такой же, как в Карабахе. Я далек от этого, потому что у нас несколько другие отношения с Российской Федерацией, которая является гарантом нашей безопасности. У нас есть соответствующие договоры, и у нас есть достаточно сил для того, чтобы противостоять любой агрессии. Но мы не должны быть заинтересованы в постоянном конфликте. Мы соседние государства, и никто никуда не испарится из этого региона. Поэтому нужно говорить о том, какие отношения нужно устанавливать. Как то, о чем вы говорите, отражено в концепции внешней политики, которая сейчас обсуждается в обществе? Если говорить о концепции внешней политики, которая была принята недавно и которая подверглась критике, то в этом документе прямо сказано, что Республика Абхазия заинтересована в налаживании равноправных добрососедских отношений с Грузией. Взаимоотношения между Республикой Абхазия и Республикой Грузия можно восстановить лишь на основе взаимного признания и уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. Поэтому говорить о том, что какие-то принципиальные позиции кто-то хочет уступать, об этом вообще речи нету. Напротив, подчеркивает, что необходимо заключить с Грузией такие соглашения, которые только будут подчеркивать наши добрососедские отношения. Я понимаю, что это процесс сложный. Многие говорят, что это невозможно. Может быть, и невозможно будет. Может быть, можно будет продвинуться на этом пути хоть немного. Я считаю, что надо, конечно, начинать с каких-то мелких шагов. Скажите, пожалуйста, какие это должны быть шаги, в чем это должно заключаться? Есть вопросы, которые сегодня решаются в двустороннем формате. Это вопросы, связанные с работой Ингурской гидроэлектростанции. Это торговля контрабандная, которая сегодня происходит и не может нас не беспокоить. Есть вопросы, связанные с криминальными всякими проявлениями, которые имеют место. Тоже надо договариваться. Определенные каналы связи сегодня существуют. Любые вопросы, где абхазская сторона сталкивается с тем, что Грузия препятствует решению некоторых вопросов, касающихся поездки за рубеж наших граждан, участия каких-то ансамблей наших или молодежи, или по лечению, когда люди выезжают, и многие другие вопросы, где вот просто есть такое противодействие со стороны грузинской. Мы могли бы все-таки начать говорить об открытии транспортных коммуникаций, это железная дорога, авиасообщение. Как начать эти шаги мелкие? Ну, я думаю, что
Был период при президентах Арзенбе, президенте Багабч, когда были довольно интенсивные контакты между неправительственными организациями. И сейчас можно было бы на этом уровне тоже какой-то диалог продолжать. Кроме того, вот в концепции не исключается вариант создания какого-то нового канала для переговоров с Грузией. Россия и Грузия имеют такой канал, процесс, который с грузинской стороны возглавляет Абашидзе, с российской Караси. Можно было бы установить такие тоже каналы для решения каких-то насущных вопросов. Как это будет развиваться дальше, время покажет. Я не могу говорить о том, что у нас будет сразу какой-то прогресс. Но разговаривать нужно. Я не понимаю, как можно отрицать возможность диалога, когда есть конфликт. Но это в любой конфликтной ситуации всегда разумнее всего разговаривать начать. А вот у грузинской стороны есть такое? Я не знаю, надо уже попробовать. В Грузии тоже есть сторонники диалога, и есть много сторонников, которые против любого диалога. Ну, понятно, что мы от каких-то коренных своих интересов отступать не собираемся. Они, очевидно, тоже не собираются отступать от своих коренных вопросов. Но между вот этими крайностями всегда существуют вопросы, где можно найти компромиссные решения. Я считаю, что компромисс по многим вопросам возможен, за исключением коренного интереса нашего общества. Это наша независимость, это суверенитет, все остальное темы, о которых можно разговаривать. В обществе очень болезненно реагируют на всякую возможность таких прямых переговоров с Грузией. Есть ли у вас какие-то опасения в этой связи? Какую опасность для абхазской стороны может нести вот такая вот непосредственная прямая дипломатия? Я вижу опасность в том, что дипломатии нет. Само по себе дипломатия опасности никакой нести не может. Если кто-то опасается, что абхазская сторона путем переговоров может уступить какие-то свои принципиальные позиции, то вот как раз в этой концепции написано, что диалог с Грузией может быть основан только на взаимном признании. Всякие доводы о том, что переговоры нецелесообразны, я не вижу аргументации твердой под этими заявлениями, во-первых. И во-вторых, я не считаю, что большинство в обществе настроено против диалога. Таких исследований не проводил никто. Я, насколько слышу от многих людей, они правильно понимают эту позицию, закрепленную в этой концепции. Такая реакция в общем, как будто мы сразу вот сели за стол переговоров и начали разговаривать. Мы еще не знаем, Грузия как отреагирует. Мы просто заявляем о том, что мы готовы разговаривать, и мы считаем, что дипломатия единственная возможная путь для в наших взаимоотношениях на сегодняшний день. Почему, Сергей Миронович, вот те вопросы, о которых вы говорите, не обсуждаются и не решаются в рамках женевских дискуссий? Главная тема женевских переговоров, на которой настаивает абхазская сторона, заключается в подписании соглашения о невозобновлении войны, договор такой о мире. Я за то, чтобы всегда было много каналов связи. Мы не можем довольствоваться тем, что вот у нас единственный есть канал переговоров – это женевские встречи. Речь идет здесь о том, чтобы находить еще дополнительный новый канал. В чем был основной смысл, суть вот того меморандума, который был подписан? Тогда, в 1997 году, я участвовал в делегации, которая по инициативе Примакова вылетела в Тбилиси. У Примакова тогда была концепция, которую он хотел сторонам предложить, она имела такое условное название «Общее государство». Это что-то смешанное между конфедерацией и федерацией. В результате длительных переговоров абхазская сторона на такие уступки не согласилась. Понимаете, были разные периоды в наших взаимоотношениях, когда мы готовы были еще до войны на какие-то конфедеративные отношения. Потом война внесла свои коррективы, уже говорить об этом смысла никакого не было. Поэтому мы принципиально стояли на своей позиции о том, что Абхазия может разговаривать с точки зрения независимого государства и установления добрососедских отношений с Грузией. Уже тогда стоял этот вопрос, и я с тех пор и до сегодняшнего дня придерживаюсь этой линии. И тогда в результате вот этой поездки, чтобы не расходиться так
ни с чем. Вот был заключен такой меморандум о том, что стороны отказываются от применения силы и угрозы применения силы. Это важный документ, подписан двумя президентами. Такого уровня после этого у нас важного документа никогда не было. Сам Владислав Григорьевич Ардзинба был на такой позиции, и я продолжаю отстаивать именно эту позицию, что мы должны с Грузией разговаривать терпеливо, может быть, это долго будет, о том, чтобы установить нормальные добрососедские отношения между нашими государствами, основываясь на нашем праве на самоопределение, которое мы отстояли с оружием в руках. И ни конституция, ни концепция не допускают того, чтобы абхазская страна отказалась от своей независимости. Ветераны Арва заявляют, что прямые переговоры с Грузией понизят статус Абхазии. Согласны ли вы с этим? Могут ли такие переговоры как-то повлиять на статус Абхазии в переговорном процессе? Ну, я вообще никак не могу это понять, какая здесь взаимосвязь. В этом заявлении предполагается, что мы отказываемся от женевского формата. Совершенно этого нет в этом документе, в концепции. Этот женевский процесс, он остается. Я всегда был приверженцем того, чтобы этот канал сохранялся, хотя многие тогда и говорили о том, что он не приносит никакого результата, зачем он нужен. Я всегда придерживался того, что он нам нужен, потому что это единственный канал. Когда-нибудь этот канал перестанет работать, Организация Объединенных Наций занималась урегулированием конфликта. Потом Организация Объединенных Наций отказалась продолжать эту миссию, и все это закончилось. Так и здесь это может закончиться. Поэтому разные каналы на разных уровнях, они нужны и на неправительственном уровне, и на правительственном уровне. Они нужны, но они должны быть прозрачны, известны обществу, конечно, в той мере, в какой дипломатия вообще может быть открыта. Как изменилась позиция Турции на Южном Кавказе после Карабахской войны? Ситуация, конечно, изменилась на Южном Кавказе. Мы уже видим, что страна НАТО, Турция уже находится на Южном Кавказе, присутствует. Россия сегодня там присутствует. Мы слышим о инициативах, которые вот недавно выдвинул президент Турции Эрдоган, о создании такого формата, где будут участвовать страны Южного Кавказа. Он перечислил Турцию, Азербайджан, Россию, Грузию, Армению. Ну, почему нам не разговаривать о том, чтобы, если такой какой-то формат будет, чтобы мы тоже как-то участвовали в этом, потому что мы тоже в этом регионе присутствуем. У нас тоже неурегулированный конфликт есть с Грузией. Всегда должна быть у абхазской стороны, у абхазского государства своя открытая дипломатия. Многие эксперты сейчас прогнозируют, как может развиваться в дальнейшем ситуация. Не хотелось бы сейчас на эту тему говорить, но все может очень резко и серьезно измениться в нашем регионе. Как это будет, сейчас не хочу просто делать прогнозы. Много разных вариантов, и позитивных, и негативных тоже. А Абхазия может какие-то усилия предпринимать? Надо показывать, что мы готовы активно разговаривать со всеми сторонами. Наша дипломатия должна быть инициативной. Мы не должны говорить, что с этим мы разговариваем, с тем мы не разговариваем. Будут предприниматься какие-то определенные усилия для того, чтобы вот эта дипломатия начала работать? В процессе предвыборной кампании Аслан Георгиевич Бжани говорил о том, что нужен такой диалог с Грузией. Я говорил об этом и раньше. Мы говорим о том, что мы готовы разговаривать. Мы пока еще не знаем, они готовы с нами разговаривать или нет. Мы сейчас говорим о том, что мы готовы и открыты для разговоров. Гостем недели был глава Совбеза самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба. С ним беседовала Елена Заводская.